Четыре коровы погибли от удара током. ЧП произошло в Зеленогорске под высоковольтной линией электропередач. За провисший провод коровы зацепились рогами. Животные умерли на месте. ЛЭП находится рядом с водоемом, где всегда много отдыхающих. Под самими проводами проходит дорога. А только по счастливой случайности никто из людей не пострадал. Сразу после сообщения о гибели коров линию обесточили и исправили и устранили неисправность. А после обследования объекта специалисты пришли к выводу, что ЛЭП была повреждена во время грозы, прошедшей над Зеленогорском несколько дней назад. Теперь в этом месте планируется установить дополнительные опоры, чтобы избежать подобной ситуации в будущем. Первая корова рогами зацепилась, упала. Потом следом вторая. А там мы уже сильно не смотрели. По линии провода пошел дымок. Вот, и он как бы к нам стал туда приближаться. Говорю, дети испугались. И мы, говорю, быстрее уже дальше не смотрели, только собирались. Наказывать здесь практически некого, потому что буквально в четверг линия была в нормальной готовности. На опоре электропередач было произведено верховое обследование с помощью вышки вчера персоналом на СИТУР. Все зафотографировано. Вот это обгорание провода, где в целом месте провод просто обгорел. Там ни замыканий, ни набросов, ничего. Это результат вот именно прямого попадания молнии.